Дисклеймер. Данный ролик сделан исключительно в юмористических целях и не пытается кого-либо оскорбить. Все персонажи вымышленные, и любые сходства с реальностью – совпадение. 12 июля 2024 год. Сегодня из Пятерочки были украдены несколько пачек печенья. Рядом был найден главный подозреваемый. На данном видео вы увидите результат и съемка допроса подозреваемого несколькими нашими следователями, которые в нашем отделении одни из лучших. Налин-полин. Он же жердяй, он же толстопуз. Очень любит поесть, но часто, порой, по ничтожным причинам. Главный подозреваемый в деле о украденном печенье. Характер обиженный. Не женат. Я даже на свет не успел выйти. Это ты, ворюга, да? Нет, это не я был. Херни ты пиздишь, а? У меня есть неопровержимые доказательства. На месте преступления был найден ты. И что? Я столько толстый, такой жирный. А значит, ты виновник. Нет, это бы не я. Сука. Тебе сложно, жиробас, по-нормальному ответить. Давай еще раз. Это был ты? Нет. Тогда говори последние слова перед смертью, уродец. Я жирный. Ой, то есть, я Налин-полин. Еще раз. Кто ты? Я Налин-полин. 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 Это ты украл печенье. Налин-полин. Блять, я так не могу. Я не могу допрашивать человека с именем Налин, сука, полин. Пока. Налин-полин. Ты еще кто, блядь? Вилкой в глаз. Или в жопу раз. Есть два стула. На одном пикеточные, на другом придрученные. Куда сядешь, куда мать посадишь? Чем ты несешь, я говорю? Было два петуха, одного обеда, а другого после. Кому хуже? При чем тут это? А при том, что когда тебе уже на серьезке будут задавать такие вопросы в тюрячке, и ты на них будешь отвечать так же, как и мне сейчас. Тебе хуже, чем я тебя сейчас. Ничтожество. Тут. Давай по чесноку, это был ты. Я больше так не могу, иди. Я реально ничего не скажу. Что это? Мне страшно. Где печенье? Ты кто? Насильник твоей. И откуда ты здесь появился? Я тут всегда был. То есть ты меня не понял. Я, блядь, печенье. Или старался? Я жив! Ага! Меня будут еще допрашивать! Да! И где еще один? Значит, слушай меня сюда, ты каловая масса в оболочке из жира! Я заставлю твое и так изгорбленное тело горбатиться на четырех работах, лишь бы ты оплатил эти печенья. Пожалуйста, смилуйтесь надо мной. Я ничего не воровал. Ты жалкое подобие на человека. Избавив мир от тебя, ему будет только лучше. Че смотришь? Скажи спасибо. Он тебя защитил! Оставить вас наедине! Тогда я наперекур! И зачем ты попросил остаться наедине? Я
ничего не воровал. В отличие от этого и бомб. Подской собаки, я не бомб. Да как ты смеешь говорить про меня такое? Безмолвное уютное и без собственного мнения. Очередная тупая подписота этого любителя дерьма. Я вернулся! Наше время допроса вышло. Мы уходим. Ну вот и сигнал-то, Страйк. Кто здесь? Узнаешь? Что? Я ничего не знаю. Не пиши. Печенье, тупо! За тобой займется кое-кто другой. Что за хрень? Где свет? Ты сейчас мне скажешь, где печенье? Я тебе не скажу! Жалкое ничтожество. Мы заставим тебя говорить. Женя, это ты украл печенье! Я разве похож на того, кто любит печеньки? Ты похож на того, кто жрет их тонны, блядь! Совсем не похож, это был... Чувак, ебаный! Ты что, печенье из своего пупка выпало, блядь? Я не успел их съесть и запихал их в пупок! Получается, их съел нахуй! Пидорож! Вот что бывает с жирными ебанатами, блядь. В результате подозреваемый оказался виновником и был посажен в тюрьму. Здорово, шпана. Загадка. Ты с кентом идешь по пустыне Сахари на расстоянии 100 километров ни от ни жилья, ни населенных пунктов, никого и ничего, кроме песка. Вдруг выползает ядовитая змея, бросается на кента и кусает его за хуй. Что делать будешь? Я не знаю. Неверный ответ. И на бутылку. Хочу под конец сказать огромное спасибо всем участникам за старания. Все участники этого коллаба — это мои MGA Brother из моего Discord-сервера. Так что если я буду делать еще коллабы, то вступайте в Discord-сервер. Если у вас нормальная анимация, может быть, ваш парт даже появится в видеоролике. Всем пока!